Кстати, странно, что Батон за Валькирку, а Владик за этого, за жирного. Ну, все, значит, ты меняешься, Батон, заслеешь. Сейчас дай мне гранату, я убьюсь. Подожди, тут где-то сидит гранат была. На. Спасибо. Блядь. Не давай ему, Влад. Ты можешь под себя кинуть кушку и гранату закинуть. Бля, ты не издевайся, ты на ней. Ой, в смысле, не делай не ничего. Не подсказывай. Да, не подсказывай. Ёб не работает. Мать. Бля. Сербись меня в воздухе толкнуло, блядь. Блять, я тебя захуяю. Хотя руками забью, поняла, блядь? Дура. Сука, Пашка. Я тебя выбью. Стой, как мужик, дерись. Бля, опять дрона где-то на пол, ё-моё. Спиздил дрона. Я так понимаю... Классный, кстати, видос? Знаешь, что я тебе могу сказать одно? Эта хрень почему-то работает только с тобой. Я когда играю с тобой, я не начинаю давать инфо плату. То есть ни с кем другим не такой херни, только когда я играю с тобой, я сразу такой начинаю тупить почему-то. Почему я это делаю, я сам не знаю. Потом еще история была про то, как чувак заявил, что он женщина, его перевели в эту женскую колонию. Там его отпиздили. Нет, он такой устроил развлекалово. Это я вчера... А потом, ну, очень веселые. Притом была комиссия из трех мужиков и одной лесбиянки. И при этом три мужики говорят, типа, ну все нормально, и что? Она говорит, вы что, блядь, издеваетесь? А они такие, о, фу, сексистка, все, накал ее, накал. Так вот, пару дней назад я читаю идентично такую же новость, только на этот раз какой-то педофил. И его записали в детскую колонию. Бля, я идентифицирую себе как ребят. Здорово! По мне... Джон снова гает! Как ты, сука, выжил? Сверчил. Слышал вашу призыв о помощи и пришел как только захотел. Призыва нет. Там еще, кстати, там их двое, батон. Ой, горю. Владик, взять диффузы. Паш. Так, два раза я могу убить игрока. Два раза. Не надо. А не запишем. Да. Причина смерти – неаккуратное поведение с оружием в руках напарника. Может, убить негив, пожалуйста, кто-нибудь, и стрелять так же, как я. У меня нету столько денег. Папа, мне не нужны твои деньги! Потом, пожалуйста, спасибо. У него патроны кончились, он щелкал пустым магазином. Да, блин. У меня был последний патрон, я решил его просто по приколу выпустить куда-нибудь. Я не сводился. Чё, не надо, где? Ты в него дважды не попал. Он снизу. Я вам буду в одиночестве. Что? Ты сдохнешь здесь. Что ты? Барафаэль. Спасибо, бро. Скачай. Брат, Paper One. На тебе в комарик просто.
Похоже, они уже такие, вот, похоже, дебилами. Бра! Мистер Пинги, мистер Пинги. Мистер Пинги. Я люблю. Повезло, повезло. Повезло, повезло. Пошел на дикую. Жадность. Вообще хочу жить. Валик тоже хотел. Слева. Альфа от Владика, я же... Ну так ты все видишь? Потом... А. Ты можешь потом скачать запись этого. Блин. Так, давай потратим так. Влад сидит. Терпит. Да. И он такой, пора бежать. Убили нашу. Ладно. 20 HP хп у него. Бля, у меня негив. Он будет тебя ждать на шарту, наверное. Или же он может ебануться. И ждать тебя прямо тут. Что крайне маловероятно, но все-таки. Согласен, мой намного... Меня все заебало. Я видел трубазика, извините. А еще тебя сейчас в спину задержат. Заткнись, комментатор. Интересно, куда он пропал? Потом включишь запись, посмотрим. Аур из наш Джейн! Наш Джейн! А, наверное, он там, наверное, какую-то хуйню чуть-чуть. Помогите. Добей меня! А, я был фуловый, что? У меня был фул. Это или у меня покоцали, я не понимаю. А? У меня, может быть, не было ни полной хп, объясните. Убей меня. Помогите. Watch out. Как Да ты в меч. Да что? Хватит! Пак, Владика, ты видел, где он пикал? Ты видел? Я синего. Ага. Там всего 3 патрона в магазине. Понятно, короче. Но если есть лёгкие пальчики, то почему бы и нет? Сука, все патроны поймаю. Зубами, блядь, поймаю. Всё, надо начинать. В... гипом. Где Августа? Где? Что? Где Августа? Ты про скин? Оружие, где оно находится? Я поменял. А где оно? В смысле, где? В Августа, я вижу. Поменять оружие на Августа, где оно? А. Нету ничего. Вот оно здесь. Нет, тебе плохо просто. Вот. А. Ну, видимо, в воде он лежал, хоть хз. Я на тебя наложусь, смотри. Сейчас. Натуре. Ты что ранее? А, вы уже. Че? Че? Что за шприц? Не. О, ты, блядь, у кого спизды? Ты у кого спизды? Пошли в тюрьму, Владик. Да? А куда ты меня хочешь? В психбольницу? В тюрьму. Сука. Говорится, тюрьма не так. Сиди, б**к. Погоди, я хочу Наденьку, Орвил. Я не до 18. Рафон. Блин. Б**к. Б**к. Бля, я деревенщину хочу. Какая Надя Орвил? Вы чё? Мужик, блядь, в майке с пивом. Вообще четко. 500 рублей с 500 этих монет стоит. Вот это я понимаю, мужик. А не это, не Надя Орвил.
Ой, бля. Это не попадет в видео. Еще как попадет.